Итак, сегодня мы решили посетить город Пятигорск. Машину бросили на парковке, написано для сотрудников ЗАГС. Ну, думаем, нас отсюда не выгонят. Пойдем прогуляемся. Сейчас мы идем в город Дианы. Здесь цветник какой-то, нам сказали, и Пятигорский орел. По идее, здесь все в этом месте, все достопримечательности должны быть в куче, в пешей доступности. Машины едут по этой улице, а почему ты назвал? Не, он говорит, сюда к гроту Дианы не проедешь на машине. Не, ну не проедешь, я имею в виду, а ветер второй. Едут еще. Потому что там типа платные какие-то парковки есть. Удобно где-то оставлять машину. Какая-то церквушка, видно, старая, находится на реставрации. Здесь можно, видишь, на бусиках по городу прокатиться. Если не будем. Это не по городу, это по парку. Это цветник. Или по парку. Это цветник получается. Можно, можно поинтересоваться. Да, это цветник. Метров 300 с правой стороны, сказали, орел должен. А, вот она и китайская беседка. Да, вот туда нам надо идти. Китайские. Вот там люди стоят, оттуда панорама открывается на весь город. Это китайская беседка, одна из достопримечательности города Пятигорска. Сейчас мы туда поднимемся. Цветочки красивые. Так плотно высажены. Яркие, красивые. Попытаемся еще, здесь где-то должна быть канатная дорога на Машук. Мы попытаемся тоже туда подняться. Я говорю, вон еще какая-то беседка вверху. Где? Ну, туда идти, блин, к сожалению. Нет, китайская беседка, это вот эта, то другая. Смотри, здесь что-то. Вода что ли течет? Вода, да, есть? Наверное. Ну, да, есть вода. Что, может, это? Это простая вода. Это простая вода здесь? Да я не знаю, это пила или нет, как пила. Да? Тогда она была холодная. Вот, 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 вот здесь. А вы не подскажете, что это за здание? По-моему, это Рафилет, если не ошибаюсь. Ермаковская галерея вообще написана. Ага. Так, ну мы как-то идем куда? К китайской беседке. Не, ну, где ты, где? Ну вот дорожка идет, вот видишь. Дорожка это здесь идет. Нет, вон это поверху. Экскурсия на электромобиле получить идет. Извини, Винсон. Вот. Горячий ключ. Сверху находится санаторий «Горячий ключ». А, солнечные часы, да? А я сразу не сообразил, что это за сооружение. Угу. А ну-ка, проверь, совпадает? Ой, неохота мне ходили с того. А, у Штефана есть. Сколько Штефана твоих? 35 минут. 35 минут 12. Здесь там минуты не показывают, просто. Ну, примерно, часов? Примерно столько же, да. МГФЛ. Санаторий «Горячий ключ».
Так, нам надо дорогу на беседку найти. И здесь где-то рядом должен быть орел. У меня, помнишь, детская фотография есть, где я там сфотографировался. Вот здесь. Беседка какая-то. А, ну значит, мы уже дошли до него. Поднимемся наверх. Как наверх подняться? Как наверх подняться? Нарисованная клумба. Ага, еще немножечко. Еще электричка. Во сколько отбирал? 12:21 электричка. Туда правильно мы идем. А? Правильно идем, 140 метров. Сюда наверх надо поднимать. Нет. Ой, видно, еще лучше. Это город Пятигорск. Здесь все-таки видны частные постройки. Да, город Пятигорск. Более такие. Поднимемся к китайской беседке, то туда должно быть красивее. Канатная дорога вот туда левее. Да. Я сейчас смотрю, она вон оттуда идет. Вот она, китайская беседка уже. Рядышком. Сейчас посмотрим, какие там виды открываются сверху. О, сверху хорошо. Температура на улице сегодня 32 градуса. Вчера, позавчера было под 40 градусов.
оригинальная беседка сделана в китайском стиле, поэтому называется китайская беседка. Вот видите, вот видишь, Штефан, это старая часть города, здесь в основном частный сектор, такие частные дома. Вот туда уже ближе к центру уже многоэтажки, а здесь это уже новый город. Ну, он белый, как бы, круглый. Ты орел видишь? В 30 метрах отсюда музей древности. Сейчас зайдем, посмотрим. Это музей древности. Музей. Так тут вот маленький кружочек, вот 30 рублей человек, а еще не бесплатно. Там нечего было смотреть. Ну это... А, ну да. Ничего. Нет, там маленький орел, это не тот. Ну, пошли по дорожке. Да. Ну да. Тут особо ничего нет, а 30 рублей надо заплатить. Ну, 30 рублей, наверное, за то, что там экскурсовод есть. Рассказывает все. Этой аллеи нас ждут елизаветинские ванны. Посмотрим, что они себе представляют. Вот сверху еще одна видна беседка. Высоко. Но туда, я думаю, мы не пойдем, слишком жарко. По плану нам еще сейчас, когда пойдем назад, надо найти Пятигорского орла. Сфотографируемся возле него. Елизаветинская галерея. Так, вот она и карта Пятигорска. Там мы вот по этой дороге вот так же. Можно было по парку идти куда-то. Мы поднялись бы. А тут еще дальше. Мы здесь, вот, мы здесь. Вот, видишь, мы здесь. Получается, нам. Труд Лермонтова здесь близко, это Эолова арфа, вот она. Вот Эолова здесь, арфа, это получается вот она сверху, да? Да, вот здесь же труд Лермонтова где-то. Бестыжие ванны, вот, бестыжие ванны, что я тебе говорила, кто там это, Танька тогда говорила. Провал, провал вон он, самый дальний, дальний. Да, вот это грот Лермонтова. Почему-то да, он... В том грот Диане там пикник Лермонтова. Пикник там.
было украшено цветами. Памятник архитектуры федерального значения. Он закрытый, да? Ну все, идем. Идем дальше. Так, ну мы уже дотопали до Эоловой арфы. Сверху ветер дует. На камеру, наверное, шуметь будет. Беседка Эолова арфа. В арфу вовнутрь заходишь, и она издает такой звук интересный. От ветра, наверное. Да? Это от ветра звук исходит. Такой как колокольный такой. Thank you.